Всем привет! Вы на канале «Сейчас приготовим». Меня зовут Марина Кириллова. И сейчас приготовим салат из пекинской капусты и крабовых палочек. Этот салат вас выручит, когда нужно приготовить закуску на скорую руку. Готовится салат быстро и просто, а получается всегда очень вкусно. Пекинскую капусту нужно помыть, удалить наружные листья, хорошо промокнуть капусту от влаги и нарезать кубиками. Крабовые палочки мелко порезать кубиками. Можно взять и крабовое мясо, на вкус это не повлияет. Но с крабовыми палочками салат будет более яркий. Яйца отварите вкрутую, остудите в холодной воде. Затем очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Огурцы нужно заранее помыть, обсушить и порезать мелко кубиками. Собираем салат. В миску высыпаем пекинскую капусту, крабовые палочки, огурцы. Сливаем всю жидкость из консервированной кукурузы и высыпаем в миску. И мелко порезанные яйца. Заправляем майонезом. По вкусу можно посолить. Осталось все хорошо перемешать, и сразу можно подавать салат к столу. Салат из пекинской капусты и крабовых палочек готов. Салат получается очень вкусным, красочным и нежным. А капуста придает сочность и легкость. Он отлично подходит как и на каждый день, так и на праздничный стол. Всем спасибо, что смотрели видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно. До новых встреч!